Аранский язык и древние армяне. Примерно 1000 лет назад все население юга Франции и севера Испании говорило на аранском языке, называемый также окситанским, одним из диалектов которого является каталанский. Сегодня этот диалект относят к романской группе языков, по сходству примерно 75% слов с итальянским и испанским языками. Но так было не всегда, и в древности различия были гораздо глубже. Серьезно, эти диалекты никто так и не исследовал, если не брать в расчет язык басков и гасконцев, диалектом которого, по мнению лингвистов, и является аранский. А вот язык басков более-менее исследован, и в нем найдена значительная масса однокоренных слов с армянским языком, в том числе и сходство в топонимике. Определенный научный интерес представляет топонимика Арагона, в частности то, что современное звучание его древней столицы, Хака, звучало на одном из местных наречий, еще и как Хайка. А имя одного из первых королей, Арагона Хайме, ни с одного из языков романской группы не переводится. Находится Хака в районе Хоситания провинции Уэска, и сегодня является городком провинциальным, ничем не выдающим свое столичное прошлое. Еще более интересен близлежащий к Хака арагонский топоним Хевас, звучащий как Хаес, рис. 2. Представлены на карте области Арагон в верховьях одноименной реки. Определенный интерес представляет и состав земель королевства Арагон, куда, помимо областей Арагон, Каталония, Валенсия и Руссельон, входили Корсика, Сардиния и Сицилия, население которых полностью или частично говорило на аранском языке и близкородственных аранскому диалектах. Не меньший интерес представляет топонимика притоков реки Арагон, впадающей в реку Эбра, название которой явно указывает на одну из главных рек Армении – Эбр, известный сегодня как Евфрат. В притоках Арагона числятся такие реки, как Эска, в возможном значении от общего корня с воски «арга», от корня «арк», «арк», в возможных значениях, от «серебро» до «медленно». Что касается значения «арка», то оно широко известно, и «ирате» в возможном значении от «арата». Вполне допустимо, что все эти множественные совпадения в топонимике и однокоренных словах с армянским языком и топонимикой Армении случайны. Но исследование гаплогрупп носителей баско-аранских диалектов показывает на высокую степень их генетического родства с современным населением Армении. Итак, аранский язык – диалект гасконского, вариант окситанского языка, принадлежащего группе романских языков и распространенного на юге Франции, на котором говорят в долине Валь-де-Аран в автономной области Каталония, Испания. Имеет официальный статус в Каталонии и с 1984 года изучается в школах. Около 90% жителей долины понимают его и 65% могут на нем говорить. Большинство аранцев могут также свободно говорить на каталанском, испанском и французском языках.